Либо мы видели звезду на востоке и пришли, что? Послушайте, вот сегодня я хочу сказать ту же самую мысль. Сегодня, к сожалению, дьявол украл у нас одну вещь из Рождества. Не важную, а на важнейшую. Помните книжку Фарисея? Давали десятину всего, семян, мокроты и так дальше. И Господь, вы отдаете, это все правильно, внешне правильно. Но вы оставили что? Важнейшее. Тут есть важно, а есть наважнейшее. Это по-английски very important, очень важно. Вы оставили. Поэтому послушайте внимательно. Это мудрецы. Не надо ставить телегу впереди лошади. Господи, подарки, подарки тебе, подарки. Вы знаете, нет. Везде, на первом месте, мы увидели звезду на востоке и пришли принести ему дары. Так написано. Ну-ка, подскажите мне. Аминь, поклониться. Слушайте, вот сегодня дьявол у нас украл у христиан важное поклонение. Скажите, с чем спорил Иисус с дьяволом, когда там в пустыне? А что, какой вопрос, если больной стоял там? Поклонись. Аминь, поклонись мне. И я тебе, слушайте, вот это поклонение, поклонение очень важное. И когда написано, когда они пришли в дом, я внимательно анализировал, когда мудрецы пришли в дом, то первое, что они сделали? Поклонились, а после дали подарки.